С вами Арсенал Персонал, и сегодня мы будем играть в выживание деревни. Погнали. Вот я немного подправил, думаю, сейчас опять выйдет. Но мы будем продолжать выживание в деревне. А мы продолжаем, конечно же. Все, я проснулся так быстренько. Что быстренько? Так, компьютер у меня включен, выключенный, то есть идем, пока ночь, идем на базу к нему. Ему на базу. Я потерял карту, когда шел назад, оказывается, я тут в воде ее потерял. Если хотите продолжение, 5 лайков, то точно то выложится новое видео. А если будет 10 лайков, то сразу же вылаживается видео. Вот и он. Так, шахта. В шахте горит свет. Так я, пожалуй, туда не пойду. Где он? Ладно, его тут нету. Может, он куда пошел, или может. Так, в пещеру я пока не пойду. Хотя я там кого-то заметил. О! Я что-то нашел. Смотрите-ка. Какая-то будка. Это дом бомжа. О, вот так неплохо. Из коробок, правда, все. Косточка. Что такое забудка? Собачка? Волк? Собачка? Где надо убрать коробки? Они мне мешают собачку накормить. О-о-о-о! Собачка? Со мной? Что плохой такой? Так, собачка оказалась плохой. Ясно. А знаете почему? А потому что... Наверное, защищает дом. Ладно, я пошел. Стоять! Это охрана. Стоять, это охрана. Что такое? Что вы сидите в этой колбе? Я не понял. Меня грабили вот там внизу. Внизу? Где? Тут? Да, только не иди туда, там тебя побьют. У меня есть все, чтобы доказать, у меня, что я офицер, хоть и младший. У меня есть... Я был и в красноармейской, и в полиции я работал. Сейчас младший лейтенант. Ладно, иди спустись, только потом не жалей об этом. Примутишь. Ладно. Ой. Так. У меня немного вылетело. Так, ты что-то серьезно так мутишь. Прям мутишь. Ладно. Только осторожней там. Хорошо. Что тут происходит? Чего они все в тюрьме? Один выбрался. Молодец. А ты
растащил, вы знаете где, наша деревня. Вон там, где восток, ровно на восток идите отсюда, и вы придете туда, куда надо. Вы освобождены. Все, я сделал свою работу. У меня все лицо болит, я не могу. Нам нужно срочно вызывать скорую помощь. Алло, скорая помощь. У нас тут один пострадавший после убийцы. Можете приехать? Завтра прибудем. Ждите. Завтра в 2 часа ночи. А быстрее нельзя? Нет, вы очень далеко. Сказали, что только завтра. Ладно, завтра, так завтра, 2 часа. До свидания. Зарплата сколько будет? 200 изумрудов. Ты молодец, ты спас всех жителей. Спасибо тебе большое, большое-пребольшое. Не за что. А убийцы больше нету? А чего я тогда подспал сонухом 5 все это время? Я не знаю, я его убил. А, ты его убил, молодец, герой. Так у тебя все лицо с крови. Это знаю. Надо немного за компьютером посидеть, может. Может. Вот это был тяжелый день. Ребята, вот что я вам скажу. Скина у меня-то, конечно, нету. Надо посидеть за компьютером, пока приедет подмога. Все в крови, ничего не могу разглядеть. Ладно. С вами был Арсенал Персонал. Всем удачи, всем пока. Ну все, на это все, потому что все. У-у-у-у.